Так, вот электрофорная машина, подарок Владимира Ильича Бровина. Здесь переделаны щетки. Значит, во-первых, сделаны из более длинного провода, чтобы меньше было сопротивление. И вот сейчас они не касаются диска совсем. То есть ни съемные щетки, ни распределяющий заряд щетки. И перемычка сейчас отключена, ну, чтобы идет напрямую без лейденских банок разряд. Вот видно вообще, что машина бесшумно работает. Но в таком положении она может хуже стартовать. То есть для этого нужно диск предварительно зарядить. Так, это с перемычкой, то есть подключаем сейчас лейденские банки. А вот все, похоже, заряд ушел. И надо сейчас машину заряжать снова.